Так, мы уже пришли, собственно говоря. Вот Солнечный берег остается позади. И вот новый город. А рядом находится старый город, в который я собираюсь зайти, если получится. Let's go! Напоминаю, это Болгария, Черное море, октябрь месяц. Сегодня море как-то бушует. Горка. Ревица кукуруз. Два лева. Здесь такой красивый вид. Этот город называется Несебр. Это новый город, а дальше будет старый город. Парадисо, апарт-отель. Это отель Парадисо. Отель Парадисо, 4 звезды. Ну, вот такой обычный городок. Дорога, машины. Дюнет бургер палачинки. Китси, не китси. Это расписание, видимо. Вот нашла банк Юникредит Гольдбанк. У меня деньги евро примерно 1,94 и 1,95 по продаже. Вот, мне дали деньги, я вам сейчас просто несколько покажу. Купюр вот 10 и 5 выглядят. Вот такие вот розовенькие 5 лев, 10 лев. И вот мелочь еще вот 2 лева, 1 лев. 2 сотинки, 1 сотинка, 5 за 20 евро, дали 38,94 лева. А вот там компьютер, да, видно решение. Модель, лаптопы, таблеты, компьютер. Аля, из Чакайтук, останется здрав. Моля, это пожалуйста, насколько я уже поняла. Вот Несебр, вот Солнечный. Солнечный бряг. Вот Старгород, это старый город, который вот находится. Мы сейчас вот тут где-то. А вот Райфайзенбанк. Смотрим болгарскую кухню. Вот какая-то битая банница. Евро 50. Кифла. Какие-то вот булочки, хлеб. Картошка. Сосиска в тесте. Вот. Цены. Какие-то рок-часы. Домашняя выпечка. Домашняя соленая курабия. Здесь есть аквапарк. Вот Солнечный берег, Черное море, отель. Просто панорама, которую мы пришли. А тут какой-то находится гестхаус Глория. Туалет, свободный Wi-Fi. И можно даже поставить машину, кондиционер, холодильник, прекрасный вид и телевизор. Все есть. Вот длинная улица. Не узкая, не широкая, метро хорошее. Машин мало.
не влезай, частная собственность. Вот запрещена частная собственность. Какие красивые здесь виды, ну вы просто посмотрите. Шикарная жизнь в Болгарии, которые живут здесь. Каждый день такие виды. А люди внизу не растерялись, достали удочки и уже ловят рыбу. Как много глаз. А вот, кстати, виднеется уже старый город, куда мы сейчас пойдем. Ю-у! И упала. Мне солнце просто. Я когда на него смотрю, я сразу чихаю. Напишите в комментариях, может, вы тоже чихаете при виде солнца. Все вот ездят на таких мини-скутерах, велосипедах, я не знаю, как это назвать. Но я видела, что аренда вот такого вот проездного транспорта достаточно дорогая. Это мельница, на которой сидят птицы, и они настоящие. Она не работает, даже не видела. Мы перешли вон оттуда где-то, вон там, где вот начинаются горы. Вот памятник, на котором девушка, которая держит в одной руке крест, другой птицу, я так понимаю. Тут даже находится крест белый, большой, и вот, собственно говоря, старый город. Дуванчик у него в октябре, как-то странно, но очень красиво. Фиолетовый красивый цвет. Все в цветах, все обуяет. Наследство Нисибар World Heritage City. ЮНЕСКО. Вот, вот пошли развалины. Отсюда прекрасно видно море и солнечный берег. План награда. План города. Вот пункт 1, 2, вон пошло. Значит, мы сейчас вот в этих ворот. Дальше вот идут две дороги, которые раздваиваются. Идем дальше. А тут котик спит. Болгарский котик. Очки, Самсунги продают, здесь уже аттракцион для детей. Кафе на каждом втором шагу. Очередная, кстати, выдвигала. Мороженое, сухая вата. Так, одежда, фабрикушки, сумки. Здесь там время. Чайка разбирает мусор. Умная чайка. Чайка — это птица, как в названии, которую я забыла. Магнитики. Извини, милая, можно руку? Давайте. Посмотри.
потому что это прилипает. Это можно браслеты, можно бусы, самая засадная штучка, тоже можно и как украшение на ногу. Посмотрите, это самое тоже. Посмотрите на меня. Можно и так, и вот так. Поняли? Красиво, спасибо. Они сейчас по 5 лева. Пожалуйста, если хочешь, если нет, извините. Какой-то старинный замок. Это какой-то Кастро Месеврия. Музей, скорее всего. Домики коричневые. Сзади. Все из дерева. Это церковь Христос Пантократор. И все, вот то же самое на английском написано. 13-го, вот церковь Христос Панкратор от 13 до 14 века, памятник для культуры, да, памятник культуры. Зайдем посмотрим, что здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая магия, ладно, здесь косметики, сувениры, сувениры. Интересно, вот такие вот, смотрите, украшения. Да. Это настоящие внутри. Это настоящие цветы внутри, да. Шикарно. Да. Красиво. Угу. Вот, смотри, настоящие камни. Да, настоящие. Угу. Аметист мой любимый. Снесебры. Да, вот сувениры снесебры, всякие тарелочки, тесочки, колокольчик. Косметика есть много, есть маленькие наборы, если хотите, для подарки. Пока что не надо. Очередная улочка, в которую сейчас зайду. Называется улица Митрополис. Здесь находятся всякие чашки, мисочки, тарелочки, вся посуда, которую только можно. Узоры специальные. Ой, чуть не упала. Булгария, куколки. Аккуратно. Морская рыба, барбекю на дровяной блюдечке. Домашние приготовлены салаты, пресная паста и ризотто. Цепура 13,99 и так далее. Специальные предложения. Попча 8,40. Софрит 8,99. Барбун 8,99. Чепура миди детская меню. Домики довольно-таки тесно одни на другого. Там оставлены очень много всяких шляпок, вещей, никому не нужны. И еды. Очень старинный домик. Черепичная крыша, видите? Винограды сюда втулили. Даже там 2 метра перед домом все равно. Для эксперимента сейчас попробую зайти в узкую улочку. Пошли. Все узко, тесно.
все выложено камнями. Настоящие сушеные каблуки. Можно я один возьму руку? Да, можно, да. Смотрите, это настоящий сушеный конек горбунок. Первый раз вижу, честно говоря, спокойно. Вот, тут даже немножко выели черви, по-моему. А где вы их берете? Ну, то есть это чертова лапа? Да, это наша лапа. Это сумочки, да, это сумочки, тоже традиционные. Традиционная болгарская сумочка. Угу. И сколько стоит такая? 7 лево большие, но 5 маленьких. Поменьше из размер. Спасибо, спасибо. Здесь винарня. Вино делают. Можно посмотреть, что это красиво, эстетично. Дерево. Называется улочка, адрес можно как-то. Ахилло 7. Если кто захочет попасть в Болгарию, чтобы попробовать вино, пожалуйста, Ахилло 7, старый город. Добро пожаловать. Икона на святого Архангела Михаила и Гавриила 17 века. Вот такие вот деревянные домики. Сказали, что можно арендовать вот такие вот комнатки, домики. Непонятно, сколько оно будет стоить, но можно арендовать. Это церковь святого Архангела Михаила и Гавриила. В 1829 году была построена. Продолжаем идти по узкой улице. О, это интересный знак. Смотрите, просто здесь художники, наверное, живут. Кисточка и палитра, где смешивают цвета. Вот еще домики. Конечно, здесь лучше ходить в кроссовках, потому что мои тапочки сейчас здесь убьются просто по таким дорогам. Одни камни сплошные, вот так вот. Скамейка стоит для меня. А ну, и сядем, выдержит меня. А стена не менее стабильная. Прекрасно, отдохнула, можно идти дальше. Вот дома, а тут уже море. Зелень такая здесь красивая. А запах какой здесь, вообще супер. Старинные домики на каждом шагу. Здесь какие-то сетки посредине моря. Лодки, что-то вот там вынимают. Делают. Видимо, рыба там ловит. Каски поехали. Улица Хемус. Или Хемус. Я, честно говоря, не знаю, как это произносится. Я нахожу улицу с каждым разом все хуже и хуже. Не могу. Здесь вино какое-то тоже. А здесь дом. Рядом с развалинами. Точки, что ли? Красивые узоры.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно зайти без маски? Да, да, можно. Друзья, кому понравилось это видео, не забывайте, поставьте лайк, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч, люблю.